Дорогие защитники нашей Родины и другие мужчины, мальчики, дедушки, отцы, дяди, я искренне поздравляю вас с Днем Защитника Отечества, с 23 февраля. Сегодня у нас снова рубрика «Моды на игру, когда сеть соседа», которые присылают подписчики или просто гости канала. Кстати, я забыл сказать, что это канал Максимадзе. Здравствуйте. Короче, первый мод называется «Когда сосед Эндрю Сэм возвращается». Мод для Эндрю Сэма, судя по всему, но тем не менее, отсылочка на меня здесь есть тоже. Давайте включим музыку. У этого мода почему-то соотношение сторон 4 на 3. Непонятно почему. Так, сезон 16. Почему 17? И там 19, по-моему. Ладно, утро. Сосед уже проснулся и ухаживает за своими цветами. Время от времени он идет почитать письма, вдруг что-то важное. Но Вуди не отстанет от соседа. В банной комнате нету ничего нужного. Да, в честь такого мужского праздника я снова надел эту старую майку охранника, блин. Не знал, что еще к такому празднику более выбрать. Комод, да. Что ж, мод выглядит довольно-таки неплохо. Пока что все, что я вижу, выглядит не так уж и плохо. Но вот такое вот окно и пасмурную погоду я где-то уже вроде бы видел. Написано, в ванной комнате нет ничего нужного. А вы точно в этом уверены? Я там клей же взял. Ничего нового, те же пакости я вижу тут. Разве что поменялась внешность. Ну, мы пройдем как минимум 3 уровня, чтобы посмотреть, есть ли изменения во втором сезоне. Кстати, про защитников Отечества. Вот мне вот в этом году же 18 исполнится, в июне. А это значит, что меня могут в армию забрать. И как же я туда не хочу. Очень надеюсь, что меня туда не возьмут. В принципе, у меня есть причины, по которым... Есть причины, по которым меня могут не взять. Не буду скрывать. Это склероз мне... О! Это так сделать пытались? Ну и там вроде что-то еще есть с этим связанное. Ну и, собственно говоря, я надеюсь, что в армию меня не возьмут. Иначе мы с вами на год попрощаемся. Очень надеюсь, что не возьмут. Очень надеюсь. Так, спорт. Сосед решил потренироваться на велотренажере, смотреть телевизор и попивая чашку кофе. Время от времени он идет к кофеварке за новой чашкой кофе. Но не будет ему спокойствия, будет как-то пила для металла, пили долго. Сейчас посмотрим. Тут, кстати, отсылки на Залейла есть, Макс 007, Эндрю Сэма, естественно. А вот это вот, то я не знаю, подскажите, если что. На
На велотренажере это вроде сосед не занимается здесь. Нет, мне кажется, что описание откуда-то скопировано. Из какого-то другого мода. Ну а декорации скопированы из мода «Неудачный круиз», естественно. Немножко не выспался сегодня. Был сегодня просто спортзал утром ходил. Именно утром. Вечером ходить не рекомендуют. Да, не зря я начал пилить кресло. Давайте заново. Я зачем-то решил кресло начать пилить. Надо было телек ломать. Рекомендуют ходить утром, потому что я и вечером иногда хожу. А вечером там столько людей, что я не могу сосчитать. В принципе, меня сколько народу не так сильно волнует. Зачем мне вечером на самом деле заниматься легче, потому что я высыпаюсь лучше утром, что утром вставать рано не надо. Так. Давайте еще раз. Кстати, мне что-то кажется, что игра выглядит немножко получше в разрешении в формате 4:3, потому что вот 16:9, она же чуть-чуть растянутая, там двери такие более широкие, а тут как-то, мне кажется, более четко выглядит, более нормально. Как вы думаете? Neighbors Backroom Hell, естественно, будет лучше выглядеть 16:9, потому что там все современное. Консольная версия, она тоже вроде бы 4:3. Я чисто прохожу 3 каких-то уровня, только ради того, чтобы открыть второй сезон и проверить, как выглядит он. Так, вот какой бы лучше выбрать, этот или вот этот? Мы проверим каждый уровень, но выберем тот, который проходим быстрее. Так, вкусные конфеты. Пасмурная погода, сосед очень голоден. Он ест вкусные конфеты и читает книгу, но сосед вспоминает, что нужно быть чистым и торопясь мчиться в ванну. Если есть много конфет, то будет сахарный диабет. А мыться нужно не так часто, думает Вуди, незаметно пробираясь в дом. И вот что-то мне интересно, сейчас будет уровень банный день или все-таки этот, пирог яблочный? Не, все-таки пирог яблочный будет. Описание ложное оказалось. Описание из другого мода скопировано. Это прям очевидно.
Блин, надо было в ванной пакости начать делать. Ну ладно. Ничего страшного. Ничего страшного, ладно. Что это за... Почему кухня так выглядит? Что это за отстой? Даже картина ей не так просто. Мыло я вроде бы не взял. Ну и давай в ванну быстрее иди, заканчивай там все это дело. Заканчивай, да, заканчивай именно. Так, окей. Ну а теперь давайте посмотрим описание других эпизодов и просто на них посмотрим. Так. Этот уровень немного сложный. Так. Это самый обычный день. Каникулы, он идет на балкон посмотреть свою любимую картину, нюхает цветы, которые он поливал. Одним словом, Сет кайфует. Вуди не даст Сет спокойствия. Да, описание из другого мода скопировано. Это прям очевидно. А так, это тот же банный день. Так. Ветреный день, пасмурная погода. Сосед спокойно сидит в своем кресле, но из-за того, что сосед немного глуп, он решил поставить кресло в коридор. Также из-за того, что на улице ветер, у соседа из-за этого открывается окно, он идет закрыть окно. За это сына. И ругает за это сына Ольги, ведь сосед не знает про то, что на улице ветер. О-о-о. Потом идет к миксеру попить коктейль. Но Вуди вновь что-то там делает. Как видим, никакого закрывающегося окна здесь нету. Ждите, пока из-за ветра откроется окно, чтобы сделать с ним пакость. Да, описание точно украденное. Откуда ты? Сочно будет точно. Сосед решает поесть сочного мяса. Время от времени он уходит посмотреть бинокль, как... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
Ну, это день рождения. Здесь у нас что, искусство? Там, по-моему, даже не поменяли описание. Или поменяли? Не, вроде бы тут описание не изменено. Изменено только окружение. Так, тут из консольной версии пытались лепить. Маленькая хрюшка. Так, тут только коридор поменялся. Ну и последний уровень. А, здесь... Тут... Здесь вообще... Картинки какие-то непонятные. Ты правда хочешь закончить текущий эпизод? Да, хочу. И хочу оценить уже наконец-то этот мод. Мод получился таким... внешне выглядит круто, но очевидно... Ну, не круто. Я... Круто он, конечно, не выглядит. Выглядит... видно, что пытались внешность-то по комнате поменять. Но все же выглядит это фигово. Описание также украдено из другого мода. Поэтому этому моду минус я ставлю. Что ж, давайте посмотрим еще на один мод. Дорогие друзья, еще не все знают, что на фандоме The YouTube Wiki есть статья про канал Максимадзе. И там написано все про этот канал. Как он был создан, что было до него, вся история канала, про друзей Максимадзе, ну и так далее. Ссылочка всегда в описании. Переходите, если интересует. Так, следующий мод. Предыдущий мод Андрей Лебедев, кстати, прислал. И этот мод тоже от него. Он не запустился из исходного файла, поэтому пришлось те 4 файла игровых архивных перебросить в папку с оригинальной игрой. И поэтому я в таком же виде вам игру тоже скину. Вот. Так, авторы. Собственно говоря, я вижу те же самые отсылки здесь. За свою отсылку, конечно же, благодарю. Но что-то, по-моему, мы все это уже видели. Ну ладно, сейчас разберемся. Первые шаги негодяя. Ну, здесь описание такое же, как и в переводе от Руссобита. Кстати, я забыл включить музыку. Что это за музыка, кстати? Это из «Когда сайт сосед 4». Не знаю, что... Блин, я не знаю, что за музыка тут играет. Ленинград, может, какой-то. Поэтому на всякий случай выключим, вдруг авторские права есть. Андрей Лебедев, просто который прислал этот мод, он немного подозрительный тип, если честно. Ничего не говорил про музыку. Ну я мод. Ну и моды. Моды вот эти два он присылал. Как будто он присылал так, что это было похоже на спам. Он там ссылки эти оставлял, как будто бот какой-то. Don't do it. Да ладно, звуки из хардкора, что ли, взяты? Потише немного. Ну хотя, да, там кровь видно. С чем я обучалку вообще прохожу?
Вы должны посмотреть просто, как они выглядят. Обучалка-то новые уровни не откроет. Понятно. Ладно, давайте смотреть основные уровни. Тоже Эндрю Сэм у нас здесь. Так, это я знаю даже из какого мода взяты картинки. Я в такой мод играл. Это из самого первого... Это декорации самого первого мода в 2021 году, который я снимал. Кроме того, этот мод был в первом видео на моем канале в 2021 году. Тоже, короче, из других модов понапихано сюда все. Ну ладно, давайте пройдем три уровня каких-нибудь, чтобы посмотреть, как выглядит второй сезон. Кстати, вот то, что звуки из хардкора здесь есть. Не очень, я на самом деле не очень люблю моды, где есть звуки из хардкора. Вообще, я вот когда следом хардкор, который создал Media Production, мне не очень-то понравился. Выглядит он круто, конечно, плюсик точно заслуживает. Но все же. Для когда соседа это как-то не очень. Это соседа, это веселая игра, где мы должны смеяться над Паксом. А эта модификация, она только от нее мурашки по коже только идут. От хардкора. Не от этой, от хардкора. От этих звуков не по себе становится и все такое. Так что лучше в оригинал играть. Ну или Вуди возвращается, можно. Ву, Neighbors Back From Hell. Ву, он можно с удовольствием играть. Хотя там багов тут дофига, которые уже давным-давно не исправляют. Don't do it. Ну, консольную версию можно тоже, если у вас есть возможность, если у вас компьютер более-менее. А, зачем я пилу опять ставлю? Вот это надо делать. Вот как видим здесь комнаты пытались переставить. Но выглядит это дело так, как будто я не знаю, что делать, поэтому я понапихаю кучу разной фигни, да побольше.
После этого проходим еще один уровень, чтобы открыть второй сезон. А дальше просто посмотрим. И закончим. Так. Чудо-пирог выбираем. Он проходится, по-моему, мне кажется, он проходится быстрее, чем уровень сюрприз ко дню рождения. Да. Те же самые прям картинки я вижу. Надо назвать этот выпуск два почти одинаковых мода. Точно, это название прям подойдет. Так, теперь пусть идет пирогу. Фух, и правда, два почти одинаковых мода. Так, ну а теперь просто смотрим оставшиеся уровни. Да, и это мы с вами тоже видели. И этот тоже. А теперь смотрим второй сезон, если быть точнее, то сезон 18. И это тоже было, ну почти. Вроде бы. А, вот этого. А вот этого не было. Чтобы спальня была вот такая вот. Тоже из консольной версии понапихано. Хаврония. Здесь только коридор изменен тоже. Пикничок на балконе. Ага, и это мы тоже с вами видим. Ну что ж, такой вот был модик. Модик получился почти таким же, как и предыдущий. И
И он заслуживает точно такую же оценку, как и предыдущий. Ну что ж, на сегодня все. Всех мужчин еще раз 23 февраля. С вас и Господь Песоса, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.